В Японии люди не хотят жить в сельской местности и массово уезжают в города. В результате обширные пространства, простирающиеся вокруг гигантских мегаполисов, возвращаются в состояние дикой природы. После ухода жителей дома быстро разрушаются, а поля зарастают под леском. Как следствие, правительство обязано заботиться о покинутых землях, проводя регулярную борьбу с бешенством у диких животных и тратя много средств на оккультуривание брошенных сельхозугодий. Такова, в частности, ситуация вокруг города Кобе на острове Хонсю. Землю никто не хочет покупать, даже если она стоит менее 180 долларов за квадратный метр. Кроме того, подданные японского императора не желают обременять свой бюджет налогом на земельное имущество, которое составляет 1,4% от коммерческой стоимости объекта недвижимости. В то же время вступление в права наследства облагается обременением в размере не менее 10% от рыночной цены на дело и или дома. В этой связи правительство развернуло обширную кампанию по возвращению населения на землю. Кроме того, парламент принял закон о налоговых льготах, если владелец земли использует ее в общественных целях, организуя на своей территории социально значимый объект – школу, детский сад и прочее.